Волонтерство – это добровольный труд без оплаты. Такую работу признают на самом высоком международном уровне. Волонтерское движение в России в Краснодарском крае стало особенно популярно после того, как Сочи объявили столицей Олимпийских игр в 2014 году. Кубанский государственный университет для игр подготовил 2000 студентов-волонтеров. На семинар в Анапу приехали более 100 ребят, организаторы и преподаватели вуза. Все эти ребята уже через менее чем 90 дней начнут планомерно заезжать в город Сочи для оказания сервисов гостям игр. Это волонтеры Олимпийских игр. Участников экологической акции снабдили перчатками, пакетами для мусора. За 2 часа волонтеры собрали с пляжа бутылки, пакеты, окурки. Добычу вывезли 2 трактора с прицепами. Волонтеры очистили прибрежную полосу на Пионерском проспекте. Екатерина Полхова стала волонтером на 2-м курсе университета. Ее заинтересовали акции, которые устраивал волонтерский центр. Казалось бы, это не очень легкое задание, но на самом деле лично я очень рада, что я могу внести свой вклад в жизнь планеты, потому что планета дарит нам столько всего хорошего и интересного. И я рада, что я могу ей помочь освободиться от мусора и грязи, которая есть на пляже. Деятельность волонтеров многообразна. Ребята, пришедшие по зову сердца, не останавливаются на достигнутом. Они ищут новые формы работы со своими сверстниками для расширения волонтерского движения. А сейчас студенты продолжают готовиться к одному из самых сложных и интересных заданий – Олимпиаде 2014. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, регион.